Сегодня мы поговорим о структуре стандартного проекта. Без всяких зонтов, самый обычный классический проект. В корневой папке нас интересует только скриптовый файл mix. Здесь у нас есть ряд псевдофункций, которые нас интересуют в первую очередь. Это project, отвечающий за базовые самые настройки, application за точку старта и depth за dependency. Почему я сказал псевдо? Потому что dev — это макро. Теперь по пакам и их основным назначениям. Тест тестирования. Depth за библиотеки, которые вы подключили. Prev. Здесь мы создаем файлы миграции и осуществляем preload базы данных. Конфиг за разные конфигурации в зависимости от скопа, то есть production, development или тестирование. Ассеты — это JS-код. И основная папка, в которой мы будем все время работать, это папка lib. Она, как видите, поделена на две подпапки. В данном случае это Word и Word Web. Web. К ней относится все, что связано непосредственно с вебом. То есть контроллеры, view, раутеры и так далее. Во второй, в данном случае Word, размещается вся ваша логика и работа с базой данных. Также в ней помещаются так называемые контексты. Но контексты — это не те контексты, которые вы могли привыкнуть в Spring. Здесь контекст — это просто попытка организовать, связать ваши данные из базы данных по смыслу. Скажем, есть контекст User, и вы в нем размещаете все таблицы, связанные с юзером. Как это происходит, мы увидим дальше.